Весна уже завоевывает позиции. Успейте за ней. Например, присмотритесь к новинкам на сайте интернет-магазина «Серебряная птица». В этом обзоре мы собрали для вас самые интересные модели серег, брошей, колец, браслетов от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Начинаем обзор. Не переключайтесь! Представляем вашему вниманию брошь из серебра 925 пробы, покрытие родирования и вставкой с культивированным жемчугом и фианитами. Настоящее великолепие, необыкновенное и изысканное, серебряная птица. Посмотрите, какой роскошный хвост, на котором расположились 6 аккуратных жемчужин. Очень эффектно такая брошь будет смотреться на однотонных блейзерах и пиджаках. Мы очень хотим, чтобы эта птица стала вашим добрым талисманом и памятью о нас. Браслет из серебра 925 пробы в вариантах покрытия родирования и золочения. Модный и по-настоящему трендовый браслет без вставок и дополнений. И именно этим он и хорош. Его ширина 16 мм, а по размеру его можно отрегулировать на ваше усмотрение. Что он напоминает вам? Отсылку к Древнему Египту и временам Клеопатры или модные подиумы и тренды мировых дизайнеров? Все в ваших руках, и ваш образ, и ваше настроение. Представляем вам комплект украшений из серебра 925 пробы. Кольцо и серьги в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях, культивированный жемчуг и фианиты. Мастера ювелирного завода «Красная Пресня» не перестают удивлять и в этом году решили начать экспериментировать с цветом жемчуга. Благодаря их знаниям и профессионализму появился вот такой шикарный комплект. Мы уже представляем, какой незабываемый образ можно создать на новый сезон с помощью этих украшений. А главное, что изделие не только прекрасно, но и очень удобно в носке. Высота серег 17 мм, ширина 16 мм, диаметр жемчужины 8 мм. На серьгах классический английский замочек, на кольце жемчуг также диаметром 8 мм и в самом широком месте ширина кольца достигает 18 мм. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие золочения. Вставка на украшениях – культивированный жемчуг и фианиты. И вновь мы наблюдаем игру с цветом жемчуга в изделиях с позолотой. На этот раз это сиреневая культивированная жемчужина. Посмотрите только, какой у нее яркий и сочный оттенок. Подобный комплект, как и любой с цветным жемчугом, также доступен к заказу и в других, более классических исполнениях – в родировании или в золочении с белым жемчугом. На любых вариантах параметры изделий останутся неизменны. Высота серег 18 мм, ширина 13 мм, диаметр жемчужины 8 мм. На серьгах классический английский замочек, на кольце жемчуг также диаметром 8 мм, а ширина кольца достигает 10 мм.
Представляем вам шикарный комплект, в который входят кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на них – роскошный фианит собственной огранки, насыщенного цвета спелого граната. Невероятный комплект украшений, изготовленный ювелирами красной пресни. Только посмотрите, какой благородный и насыщенный цвет камня. Поистине царское исполнение. Такой комплект можно заказать со вставками как с прозрачным камнем, так и с фианитом синего цвета. Высота серег 37 мм, ширина 21 мм. Размер вставки 20 на 14 мм. Замок на серьгах французский, размеры верхней части кольца 28 на 21 мм. Комплект, в который входит кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии радирования. Вставка на украшениях – фианит насыщенного цвета морской волны. Очень женственный комплект, который может напомнить вам о коллекции «Брызги цвета». На нее мы тоже не так давно делали обзор. Яркий акцент и игра вставки смотрятся очень выигрышно. Но если вам необходимы изделия с прозрачным фианитом, то такие серьги и кольцо – можно и приобрести с ним. Изделие доступно в покрытиях радирования и золочения. Высота серег в этом комплекте 27 мм, диаметр вставки 9. Серьги держатся на ушке с помощью надежного английского замочка. Диаметр центральной части вставки кольца 9 мм. Представляем вам кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и без вставок. Классика на все времена. Те самые знаменитые филигранные узоры и черненое серебро. Настоящая визитная карточка красной пресни. Какой интересный ретро-ансамбль можно создать, используя эти украшения. Мы уверены, как только вы получите их, сразу вдохновитесь на новые образы. Высота серег 33 мм, ширина 21 мм. Замок на серьгах французский без петли. Диаметр верхней части кольца 21 мм, а ширина шинки кольца 2 мм. Данный комплект доступен еще и в покрытии золочения. Представляем вашему вниманию браслет и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие – золочение, вставка – фианиты. Аккуратные розы на этих украшениях как нельзя лучше подходят, чтобы создать себе действительно весеннее и цветущее настроение в любое время года. Кроме того, уверены, они могут стать еще и отличным подарком на приближающиеся праздники. Изделия уже как раз доступны к заказу на нашем сайте. На серьгах английский замочек, высота и ширина серег 16 мм. Ширина браслета в самом широком месте также 16 мм, а длину можно регулировать, и максимально она составляет 22 см. Также этот комплект доступен еще и в покрытии радирования.
Представляем вам броши из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования либо золочения. Изделие без вставок. Ажурная и воздушная брошка в виде грациозной танцовщицы отлично украсит ваш самый романтичный наряд. Танцуйте и восхищайте всех вокруг с помощью аксессуаров. Длина броши составляет 36 мм, а высота 50 мм. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования и с вставкой из фианита потрясающей огранки. Статность и благородство – вот те слова, которые отлично описывают этот комплект. Если вам хочется сделать подарок близкому человеку или самой себе, то лучше этого комплекта, пожалуй, сложно что-то найти. Особенно по такой привлекательной цене, которую можно узнать на нашем сайте. Высота серёг 35 мм, ширина 11 мм. Замок на серьгах английский. Кольцо довольно широкое по всему диаметру. Ширина шинки на нем 9 мм. Размер вставки одинаков на обоих изделиях – 10 на 10 мм. Данный комплект доступен еще и в покрытии золочения. Представляем вам кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие золочения с элементами выборочного радирования. Вставка на украшениях – культивированный жемчуг и фианиты. Очень изысканный комплект с крупными жемчужинами и витиеватым дизайном. Смотрится весьма изящно, не правда ли? Высота серег с английским замочком 26 мм, ширина 12 мм. Ширина кольца в самом широком месте 24 мм, размер жемчужины на украшениях 10 мм. Данный комплект доступен еще и в покрытии оксидирования. Серьги и подвеска из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения. Вставка – аккуратный фианит. Минимализм и изящность данного комплекта украшений не позволяют нам не влюбиться в него. Если вы поклонница именно таких аккуратных и женственных изделий, то эти украшения как раз для вас. Высота серег 34 мм, ширина 6 мм. На них английский замочек. Размеры подвески 20 на 6 мм. Петелька на ней 7 мм. Диаметр вставки на украшениях из комплекта 5 мм. По своему вкусу вы можете приобрести данный комплект в покрытии радирования. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения. Вставка невероятной красоты белый искусственный опал и фианиты. Такие таинственные и притягательные полупрозрачные камни не первый сезон штурмуют модные подиумы наряду с великолепными нарядами кутюрье. Позвольте и вы себе эту роскошь, такие украшения, и будьте уверены, что без внимания вы точно не останетесь. Высота серег с английским замочком 14 мм. Размер центральной вставки 10 на 8 мм.
Ширина шинки кольца 2 мм, а размеры центральной вставки также 10 на 8 мм. Серьги из серебра 925 пробы. Покрытие на ваш выбор, золочение либо родирование. Вставка – прекрасные фианиты. Идеальные серьги, которые украсят как повседневный, так и вечерний образ своей обладательницы. Высота серег 31 мм, диаметр центральной части вставки 8 мм. Надеемся, наши видеообзоры помогают вам в выборе украшений. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать о выходе новых видео самыми первыми. Желаем вам приятного дня и до новых встреч в новых видеороликах!